Калининский районный суд вынес приговор бывшему следователю МВД, который с помощью родственника вымогал у подследственных взятки. 25-летний следователь оказался неплохим знатоком психологии и мастерски сыграл на чувствах подследственного, пообещав ему не возбуждать дело по отдельным эпизодам. Даже уничтожил некоторые документы в его присутствии. Правда, документы не имели никакого отношения к делу, да и состава преступления не было. Однако за свою благосклонность следователь потребовал 180 тысяч рублей. Помощником выступил его двоюродный брат. Калининский районный суд признал бывшего следователя и его родственника виновными в мошенничестве с использованием служебного положения и пособничестве соответственно. Руководство 7-906-304-307-309-316 УПК Российской Федерации. Суд приговорил Глухова Николая Владимировича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного 4-159 Уголовного кодекса Российской Федерации, назначив наказание в виде лишения свободы на срок 2 года со штрафом в размере 10 тысяч рублей с отбыванием наказания в виде лишения свободы с правом колонии общего режима. В соответствии с 48 УПК Российской Федерации лишить Глухова Николая Владимировича специального внимания старшего лейтенанта юстиции. Его брата суд приговорил к полутора годам лишения свободы. Приговор может быть обжалован.